Пане Аркадію, поки ми з вами говорили, тут стало відомо, що в Хамас випустив 150 ракет в сторону Тель-Авіва. Це от якраз пов'язано з тією тривогою, яка була, і роботою залізного купола. Це вони називають відповіддю на підрив тієї башти. Як вона там у них називається? Палестинська башня. Башня Палестина. Називається башня Палестина. Ну, скажімо так. І ось відео, ось є відео вже, його теж з сектору Гази показували. Це якраз таки процес, зараз, секунду, процес запуску ракет в сторону Тель-Авіва. Ну, да. Ну, це все розбивали. Да, это много-много ракет. 150 это такое, серьезно. Тем более, что это одновременно, и поэтому железный купол должен реагировать на несколько ракет сразу, это тоже такой момент сложный. Но вот пока мы ничего не слышим о каких-то, еще может быть мы не знаем до конца информации, но пока... Така кучність до початку такої згуртованої операції з боку терористів, наскільки часто вона була? Я маю на увазі кучність по запуску ракет. І кількість така. Мені здається, це безпрецедентна кількість. Ні, це було вже один раз, да, це було один раз, і це було в прошлом году. Был один такой раз, они тоже пытались вот это именно скученностью такой и выпустить. В чем весь смысл? Смысл в том, что если выпускается слишком много ракет, то система ПВО не может их всех сбить, она может только сбить часть, а другое уже пролетает, а просто не достает, не хватает достаточного количества ракет системы ПВО, чтобы сбить эти ракеты. И поэтому таким образом они пытались преодолеть вот этот барьер ПВО и вот этого железного купола. Ну, пока что там в течение дня уже передислоцировали определенное количество этих систем. И вот пока что, ну, я думаю, что вот эта атака, она закончилась ничем. Они не смогли ничего сделать. Но, с другой стороны, у нас нет достаточного количества вот этой системы железный купол, потому что это надо, в принципе, покрыть полностью всю территорию. А для этого надо очень много таких систем, а само производство систем – это очень длительный процесс. Стосовно, знову ж таки, наслідків припинення подачі електроенергії в сектор Газа з території Ізраїлю, воно, ну, розуміємо, тут його потрібно розглядати з двох моментів. Перший момент – це тактично-стратегічно-військовий. Ворога потрібно так максимально знекровити в плані подачі електроенергії. Але ж тут теж можливі потенційно дипломатичні загрози, а може і військові загрози від тих, хто вважає сектор Газа, скажімо так, правим. Ну, я маю на увазі той самий Ліван, той самий Іран. Ну, Ліван і Іран якраз це є цією угрозою, однозначно. Є ще, безусловно, міжнародне право и требования определенного отношения к населению гражданскому в Газе. Не все там поддерживают Хамас, не все, это мы знаем, но понятно, что это население страдает. И отключение, скажем, электричества страдает же и мирные жители тоже. Это не только страдают сами хамасники, то, что они страдают, это никого не интересует. Но вот то, что гражданское население страдает, женщины, дети, это сложно с этим. Есть такая, безусловно, часть гражданского населения полностью их поддерживает и сами пытаются что-то сделать, поэтому это сложные очень моменты. Но, например, могу сразу сказать, что сегодня при бомбардировках, когда было понятно, что мы хотим бомбить, были спущены специальные листовки жителям сектора Газа, чтобы они покинули свои дома, потому что в течение там, 15-20 минут дома будут уничтожены. Кто покинул, покинул, ему сообщили заранее. Кто не покинул, это уже на его ответственность. Его предупредили, что он должен выйти из дома. И сейчас идут бомбежки, но бомбежки будут усиливаться, потому что это не сразу 100, скажем так, боевых вылетов и бомбежки. Это есть определенные правила. Это идет наращивание определенного темпа, готовятся различные... Скажем так, идет подготовительная работа для вступления наземных сил, потому что вторжение наземных сил, территория должна быть зачищена, должно быть количество, определенное количество проходов и
армейские подразделения должны знать, что уже сделана правильная подготовка, потом будет артиллерийская подготовка, потом будут танки, будут инженерные войска. Это будет целая серьезная история, и войдут, скажем так, не один десяток тысяч солдат. И надо будет это все делать медленно, осторожно, чтобы сохранить жизни солдат наших, людей. И остается серьезный вопрос, как освобождать заложников. Заложников и солдат, которые попали в плен. Речь идет пока где-то 50-60 человек, может быть, больше. Это большое количество. Для нас это огромное количество заложников. Вот как их будут освобождать, это тоже серьезный очень вопрос. И как определить. И тут разведке придется очень тяжело работать, чтобы понять, куда их спрячут, где они будут находиться. В Газе, надо понимать, там есть здания, которые построены на земле, и есть целый огромный город, который под землей. И туда проникнуть это не так просто. И вот теперь вопрос, как это будет происходить, это очень тяжелый вопрос, посмотрим. Это уже, скажем так, этот конфликт, он уже не на несколько недель, и быстро перемирия не будет, и даже если будут кто-то давить или требовать перемирия, то вряд ли у нас согласятся на быстрое перемирие. Соединенные Штаты выразили 100% поддержку нам. Понятно, что будут жертвы из палестинской стороны тоже. Там уже есть несколько сотен убитых и раненых. Это будет продолжаться. Но кто начал, тот и должен... Кто эту кашу заварил, тот и в конце концов это получит. И посмотрим, как мы справимся с этим. Но, опять же, я говорю, с израильской территории этих всех террористов вытеснят. Это нет сомнений. Но вот что дальше будет с наземной операцией в Газе, это сложно сказать.